Привет всем, вы на канале Beer и Game, мы продолжаем проходить Bulletstorm. Остановились мы с вами на боссе растений. Как мы поняли, нужно 15 минут, чтобы его только загасить. Где-то примерно 15 минут. До этого сохранения вообще не дают. Так что его там надо гасить 3 этапа, по-моему. Надо уничтожать этот кокон, который у него. Не знаю, может это... Побыстрее можно будет сделать. Посмотрим. Задолбали они. Это тупня. Где там эта лажа? Все, не скользи. Не хочу ничего держать, эти дизайны. Все, ноль или сколько еще? Пока ему ничего, даже жизни не появились. Вот теперь жизни появились. Бей вот эти яйца его. Будем так это называть. Второе яйцо бей. Первое уже разбил. Бей второе яйцо. Бьем яйца. Второе разбил. Их 5. Еще беги одно бей. Теперь будут эти щупальца появляться или что-то такое. Да, точно, корни. Рутс. Блин, не могу убежать и стрелять. Самая наша короткая попытка. Как мне этот босс задолбал. Последнее время здесь слов нет уже. Там с первого раза, с первой его атаки, можно сразу 3 яйца его уничтожить. Да иди ты нахер зарядником своим. Три яйца сразу можно уничтожить. Их всего 5. Сейчас пока можно не стрелять. Чё ты уже орёшь-то? Что там стреляешь? Вот, он... вот эти яйца, они сейчас зеленые. Нет, когда покраснеют только. Понятно. Всё. Сейчас, вот сейчас появится. Скотина уже сожрала. А, уже, смотри, сейчас уже по-другому пошло. То есть, когда яйца краснеют, надо по ним стрелять. Да что ты присосался, гад? Жаль, у нас времени нету на это дерьмо. Давай, 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 да. Все, сейчас покраснеет. Все, можно стрелять. Первое готово. Второе. Что ты за дерьмо там блюешь? Стерва. Второе готово. Уже ничего не готово. Все, закрылся. Опять надо его гасить. Ты это точно. Останови. Да, 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 да. Хватит, клещи, клещи, хватит. Почему он, блин, ее не гасит, не хватает? Да, непонятно. Потому что, наверное, мы
играем, поэтому. Да что ты присосалась, тварь? Сейчас сейчас давай достреливай. Сейчас яйца появятся, смотри. Вот, давай, стреляй. Еще одно уничтожено, беги еще. Беги еще, ищи. Нету ничего. Ищи, ищи, еще должно два быть. Еще одно осталось. Не успеем. Давай, давай, давай. Все. Это был первый этап. Сейчас будет второй этап. Корешки. Корюшка. Ружба сменяй. Второй этап. Второй, зашибись. Можно стрелять в него. Куда стрелять? Куда? Просто не по нему стреляй пока. Смотри, чтоб на голову не упало. Вот эти щупальца, по-моему, в них надо будет. Они сейчас тоже вроде покраснеют. Ой, вот что нас тогда загасило. Давай быстрее, зеленей. Ой, 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 червячок к тебе катится. По красным стреляй щупальцам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, этих щупалец 5 штук. Теперь 4. Что это за дерьмо? Давай, давай, давай. Стреляй, стреляй, стреляй. Теперь одни щупальца остались. Сейчас еще один, надо будет еще одну шкалу жизни и одни щупальца ему загасить. Надо бегать, бегать, что это за дерьмо там? О, чемодан. Ее вообще не трогает. Ой, шары, шары. Они тоже к нам катятся, да? Да, колобки долбаные. Да и с ними поосторожнее тогда быть. Шняга, ну где ты таишь, Ишенька? Стрельнул бы, что он там заснул, что ли? Все, сейчас будешь стрелять по шарам, по этим, по червякам. Как их еще назвать? Вот они. Сейчас покраснеют. Давай. Давай, во вторые стреляй. Все. Может быть все, может не все. Все. Лучше бегай. Давай подбегаем. Жизни нет. У него пока не появляется. И появилась третья, смотри. Еще третий этап. А, шея. Вот теперь в шею, да. Убегай только от его рта вот этого страшного. Он что-то... Блювотник ты проклятый. Ну а что надо бегать? Помогай, хелпил, хелпил. Тоже боишься, да где там? О! Да что ты так хватаешь-то часто, тварь? Стреляй в голову! Почти готов, дай прикурить. Сам прикури, ой, сама прикури. Смерть. Кому? Сорнякам. Зашибись. 1750. Пойдем нахер, что-то какой-то ветерок плотный. Прошли за 9 минут. С тремя проигрышами. Давай, давай, сестренка, мы идем за ним. Ты читаешь. За кем мы идем? Я думал, яичника внутри. Где-то он там внизу, они говорили. Блин. Что это за вонище? Иши упал в растительное дерьмо. За ушами обязательно потри. Сам хочешь эту кучу слетать? А, это Иши, что ли? Да. Опять наезд, думаю, ничего ближе, и спасибо.
Блин, хорошо, мы его нашли. Пойдем, мы и так застряли, нахрен. Ни хрена себе, вот это обвал. Это как упавшее это? Здание, по нему можно перейти. Это просто самоубийство. Правда? Ну и что в этом? О, да, ответ настоящего здоровяка. Я просто хотел произвести на тебя впечатление. Не отставай. Ишенька, ты живой, ой, ты молодец, ты какой, еб твою мать. Бежать не могу. Контрольная, наконец-то. Еще одна коробка. Похер на них, молчите нахер. Не хочу вас слушать. Так, что у нас, 2500? Что-то быстро получилось его загасить вообще. В смысле, сколько оружия я потратил на него? Вы, конечно, помните генерала Сарана? Конечно. Саран тут может почистить кое-что. Он приказал уничтожить мутантов и банды, и город оставить невредимым. Но на здании он решил испытать несколько кандидатов в бойцы финального эха. Год назад я привела сюда. О да, твой отряд сделал работу просто отлично. Высший пилотаж. Миссия выполнена. Мы недооценили ситуацию. Лишь несколько солдат вернулись домой. Операция анархии полностью провалилась. А показатели выстрела навыка, что отображается на индикаторах хлыста, это какая-то чушь по поводу анализа боевых навыков. Это очки, которые влияют на возможность пополнения боеприпасов в наборе амуниции. Солдаты с хорошими показателями получают патроны, другие нет. Дарвин тобой бы гордился. Ой, хорошо, мы так далеко уже бежим, большое здание, хорошо. Еще черепа. Ага, и тоже интересуются, хотят получить талончик на обед из нас. Вот оно, что оно? Только здесь можно спуститься. Надеюсь, внизу что-нибудь мягкое подстелено. Это лучше, чем напиться. И куда найти на? Нельзя терять время, вперед. Где Ишенька? Где Ишенька? Куда идти? Не знаю. Давай вперед. О, сюда. Ой, что это такое? Похоже на какое-то время, да? А, можно пройти. Дурак ты косой. Ой, этот слепой. Че ты там тащил? Ну что, уроды, готовы к празднику? Сверху хлыст можно использовать. Блин, я забыл, что их хлыст. Вон там свет. Ой, ты чё, дзинь-дзинь. Это можно что-то сделать? 500 плюс. Козлы припасы несли, а? Лишенька, это ты? Нет, это не ты. Ой, перелезли там, где стреляют. 10. Патрончики заберем. Мы и так застряли на монстре проклятом. Эти клоуны не заканчиваются. Какая нас музыка заиграла. Серьезная. Ой, кукла Вуду. Висит на ножке. Давай ты подохни, ты уже кореш, быстрее. Ой. Да, лучше куда-нибудь спрятаться. Только сейчас взорвался. Так, что-то какое-то странное оружие вообще. Тебе кто-то сверху, что ли, подбивает? Да.
такой с пулеметчика стоит, стреляет. Пульки летят. Пульки летят. Герой выстрела. Все, собираем что-нибудь. Или еще? Кто там? Хуй! Только ружье соберем. Не ружье, а какой-то фиг его знает. Автоматик или как его там назвать. Ну, это Ишенкин. Да. Надо его заткнуть. О! А, бешеный пулеметчик, надо его заткнуть. Сейчас заткнем. Баба? Ну блин! Попадает. Это Иши же. Ой, аж раскалилось оружие. Экран красный. Все, готов. А ты что здесь? Панк зеленый. Ой, у него это челюсть. Ой, блин, я забыл, что он блевотный козел. И мы позеленели. Теперь этот наш росомаха. Смотри, их там полно. Давай идем, блин. Мне нравится ваша вечеринка. Залягу, потом будешь подавлять огонь. Нихера себе. Надо как-то, чтобы по одному высовываться. О, применить можно. Спрячьтесь в укрытие. Успеем. Успели. Почти что. Есть. Да кто там все стреляет? Они набегают, набегают, смотри. Еще набегает партия. Так, у нас очки копятся, и хорошо. Полный вперед. Сейчас она взорвется у тебя в руках, разогретая такая. Что это такое? Применить. Ой, ёб твою налево, шарообразная. Отбивная, 250. Хе-хе. Можно было их всех так, таким способом замочить. Зато путь открылся. Побежали. Контрольная точка. Что там у нас рычит? Что-то большое и железное. Это шутка, да? Ботов 11 уничтожено. Слышишь стоны? Все разваливается на глазах. Наверное, надо поторопиться. А, это, я думал, это... Еще что-нибудь подкупим. Подкупим. Так, что тут? Нет, ты какие-то заряды мне вообще не прут. Лучше там буду стрелять. Что, зарядник можно что-то делать? Нельзя уже, мы все с ним сделали. Да, что-то он слабый какой-то вообще. Нет, повышать не буду, ничего вот этого. У нас какие-то и новые появились, смотри. Только ружбаса такого, это такого у нас нет вообще. А зачем мне его прокачивать? Ну, может быть, потому что он будет потом. Ой, ток. А ничего, выживем. Контрольная еще одна. Опять черепа, которым жить надоело. У меня как раз руки чешутся. Все как удачно. Иди о, нахер. Зелененькие. Двух зайцев. Блин, какие гады, а. Ишеньки. Все? Я думал, здесь масса будет. Ну что-то там большое явно.
присесть. Присели. Тоннельчик какой-то. Да уж. Епинок. Все, здесь закончим. Сохранение было. Давайте здесь закончим. Так что у нас так. Подписка на канал, вступайте в контакт, комментируйте, ставьте лайк. Пока. Пока.